Привет всем! Сегодня попробуем при помощи сокслета перегнать мандариновую цедру. Вот высушенная мандариновая цедра. Сейчас соберем аппарат. Сам буду пробовать это впервые. Поехали. Колбу испарителя рекомендуют наполнить кипелками. Ну, у меня фирменных кипелок нету, поэтому вот наколотил тарелку старую, и вот буду наполнять осколками керамики. Не знаю, сколько надо, скажем, вот так будет достаточно. В аппарат помещаем фильтр. Наверное, второй еще надо. Нальем немного растворителя. В данном случае этиловый спирт. В колбу. Остальное сам сокслет. Соберем аппарат. Сейчас установим сам сокслет. Наполняем сокслет цедры. Объем до верхнего края колена. Жидкость будет подниматься вот на этот уровень. И наполняем растворителем, чтобы понять объем, который нам необходим. Ну вот, ушло около 150 миллилитров раствора. Чуть-чуть сюда добавили, но на испарение. И здесь сейчас пойдет процесс сброса. Так, вот раствор сбрасывается. Сбрасываться он будет до конца. Дальше собираем все остальное, подключаем охлаждающую жидкость. Так, устанавливаем конденсатор. Так, ну вот все собрано. Подключаем шланги охлаждения. Так, вот таким образом. Так, входящее холодное, выходящее на сброс. Сверху конденсатор открыт. Это конденсатор обратного типа. Надо, наверное, туда ваточку поставить. Так, вот таким образом поставим ватку. Все, запускаем охлаждающую жидкость. Циркуляция пошла. Холодненькая водичка. Все, подаем питание на плитку, включаем. Надо вышку поставить. Будем ждать. Начинается кипение. Напоминаю еще раз, растворитель у нас этиловый спирт. Пузырьков вот пока только-только. Кипелки работают. Активное кипение. Конденсации пока. Пока нет конденсации. Ну вот, пошла конденсация. Первые капли теплого растворителя падают на наш сухой состав. Будем ждать наполнения до колена, до вот этого колена. Процесс
стабилен. Температура шлифа, температура порядка 50, наверное, градусов. Здесь порядка 60, наверное. То есть пары выходят при температуре порядка 60 градусов. Колба, но около, внизу-то совсем прохладно, сверху около 45, наверное. Ну, а холодильник, естественно, холодный. Первый цикл экстракции эфирных масел из цедры мандарина подходит к концу. Вот сейчас будет процесс сброса. Сейчас жидкость перельется через сильфон и будет сброс раствора. Вот пошел сброс. Из-за сильфонной конструкции вся жидкость будет сброшена. Вот весь растворитель сброшен. Так сказать, вот сейчас будет разогреваться опять до закипания. Ну, таких циклов должно быть 3. Не менее 3. Заканчивается 6-й цикл. Цвет состава уже достаточно насыщенный. Ну, в принципе, еще можно, наверное, по цвету. Можно еще, наверное, парочку запустить. В общем, в среднем цикл получился, посчитал я, 25 минут. Вот таким образом. Ну, а потом будем пробовать, как говорится, на вкус и цвет. Все, за сим прощаюсь. Спасибо за внимание. Счастливо. До будущих встреч.